Was buried in misery. I couldn't trust myself. You added a piece to me that I had never felt. Мы проснулись, улыбнулись. Проснулись, на самом деле, уже часа полтора назад. В 2 часа. Нет, в 2:30 мы проснулись. Да. Играем с Лёхой в Call of Duty. Сейчас еще Кристина к нам присоединится. Вот это Кристина. Наггетсы жарит. Жарит наггетсы. Где этот котлетный барон? Лёха спрашивает, где этот котлетный барон? Я уже скоро. Совсем чуть-чуть осталось. Никитос спит там в комнате. В другой комнате, да. Да. Мы доели вчера, короче, я погрела вечером картошку с мясом. Совсем чуть осталось. Я ее сейчас разогрела, мы с Никитой на двоих ее съели и поставили. Разгулялась у Никиты аппетит, поэтому наггетсы жарю сейчас. Ну, без салатика пока что. Себе сделала чай-пудинг, который вчера заварила. Ну, доделала. Стоит. И что это каша? Ну, за бананчиком. У нас, короче, ужасная погода. И как же пасмурно. Холодно на улице, все темное. Блин. Может, настроение такое не очень. А прикиньте, у нас еще сегодня, оказывается, пары есть. Я думала, что нет. Никита мне сказал, что у нас типа каникулы неделю. А в итоге-то что оказалось-то? Вот так. Ну ничего, завтра, послезавтра присоединимся к парам. О, Миха пишет, или кто-то на занятиях у нее ест. Когда все повыходили или что, или может его нет, и он тоже думал, что нет пар. Не знаю. Ну, совсем случайно мы узнали, что пара есть. Прикинь, если Рафа мне написал в группу вот это вот, типа, местный мемасик про эту преподшу. Это потом на это бы и довели. Сказали бы, что в Беларусь приехали, если за это проблемы, как Саня, все. И отстали бы от нас. Ну да, можно сказать, что в интернете где-то. Там проблем, я думаю, нет. Ну. Ну и ничего, Саша вообще там 2 недели никак не присоединялась. То, что мы там одно занятие какое-то где-то случайно пропустили, то ничего страшного, думаю, не будет. При том, что, скорее всего, надеюсь на это, что нам продлят учебу. А всегда как? Что у тебя может быть только 10% от, ну, типа, от этого. От пар пропущены, допустим, если 20 занятий всего в семестре, то по этому предмету 2 пропуска может быть, правильно? А если продлят нам до сентября, то это увеличивается количество занятий, значит, увеличивается количество пропусков. Собираем монополию. Никита, ты чё такой модный? Я? Потому что карантин. Собираем, короче, монополию, не будем доигрывать. Вот коробка, я ее ищу. Да. Не будем доигрывать, потому что будем играть в Катан. Уже победитель был очевиден. Почти сразу. Ну, Катан, так, честно говоря, мне Катан интереснее как-то. Мне тоже, ну, потому что мы не играли в него. Просто сядь на сам по себе. Там больше думать. Тут от удачи много зависит. Здесь вот вообще от удачи, типа. А там как-то, ну там удача тоже, знаешь, типа шапка. Тоже, но не так сильно просто она влияет, типа. Знаешь. Ну и в монополию, мне кажется, мы уже переиграли. Да, ты сунешь единички. Там все, там разные. Здесь все, тут и все расложено, привет. Ты что, я банкир был вообще-то прилежный. Смотри, взяла, помешала все. Ну ничего страшного. Следующий, точнее сегодняшний вечер у нас тоже происходит с монополией, только уже геймер. Вот тут 2 кубика со способностями и просто с боссами. Марио у нас вот такие классные эти персонажи. Есть еще есть Йоши, но у нас 4-го игрока не хватает. Никита сделал Никитосу чай. И мы сейчас будем начинать играть. Пол вечера Никитосы 2 играли с Лёхой в Warzone, я сидела, смотрела, покушали, короче, вечером эти наггетсы, которые Никита вчера купил, они вообще классные, лучше, чем маки, я скажу, они не настолько паштет, они как-то так странно, как бы хуже, чем в KFC, потому что в KFC идет прям такими этими, ну, прям как филе, а в маке как паштет, а здесь что-то такое среднее, поэтому мы поели. Жареные наггетсы и салатик я сделала. И вот сейчас будем играть в монополию. Кстати, играли же мы сегодня еще в Катан.
И что вы думаете? Никитос опять выиграл. Чемпион не изменил. Да, я думала, что я выиграю, потому что я была близка, а потом слишком быстро. Ну скажи, у меня всю игру было 8 очков, и тут Никитос такой поставил домик, у него стало 9, и вытянул карточку с одним очком. Все. Мозг. Конец. А Никита там сидел с двумя очками. Никита себе там кружки наворачивал, бля, дорожкой. У меня план был на вес. Не просто да. Слишком долгосрочный, нет? А я вообще, у меня я играл для интереса, там, а потом хренак что-то смотрю, а мне что-то уже одного балла не хватает. А, это ну, папа... Да. Урбанизация проведем, прирост населения в городе. Ладно, начинаем, посмотрим, как нам эта игрушка пойдет. Конец видео. Ну что, ребят, у нас уже ночь. Мы играли в Катан, о нет, в Марио сначала мы играли, да. Мы играли в Монополию Марио. И что вы думаете, мы довели Кристиану до слез? Потому что она проигрывала. Потому что они все ополчились против меня и сказали, что будут меня специально засаживать. И засаживали меня. Вообще-то мы так не сказали. Вообще-то мы так не сказали. Вообще-то мы такого не говорили. И просто так получалось, что на Кристину все падало, потому что было выгодно финансово для себя задушить Кристину. Нет, даже чтобы развиться самим. Тянуть монетки всегда тянули с меня. Потому что тянули почему с тебя? Потому что у нее не было монеток. И ей приходилось. Они хотели меня выгнать. Ей приходилось продавать свою недвижимость. А когда она продает свою недвижимость, мы ее можем сами купить. А нам надо ее купить, потому что у нас, например, одна есть одного цвета недвижимости, нам нужна вторая. А у меня всего одна. Самая в принципе нужна недвижимость. В общем, угу. Кристина, она начала плакать, мы перестали ее вообще трогать, и она все равно проиграла. Потому что довели меня до такого состояния. Я думаю, что я теперь во всех настольных играх буду в середине игры плакать. И она считает, что это честно, понимаете? Что это так можно делать? Заплакать и тебя не будут трогать. В дурака тебя не подкинут, в катание у тебя не заберут, в Марио на тебя не атакуют и так далее. Хорошая позиция. Короче. Я плакала не от того, что на такой, хотела, на такой... чтобы вы мне там ничего не... Мне стало обидно, что вы против меня заговорились. Да-да. Да. Короче, ребята, на такой минорной ноте, подлянской, мы заканчиваем сегодняшний влог. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал обязательно. Всем до скорой встречи. Пока-пока. Обращайся.